Raportul privind executarea bugetului de stat pentru anul 2015 a fost aprobat în Parlament. Datoria de stat constituie 27,5% din produsul intern brut. Conform raportului, bugetul de stat pentru anul trecut, cu un deficit în sumă de 2 miliarde de lei, a fost realizat în proporție de 95% la capitolul venituri și în proporție de 91% la capitolul cheltuieli. Deputații comuniști au venit cu unele replici privind executarea bugetului. Этот бюджет не обсуждался в парламенте. Он был принят под ответственность правительства. Вот мы видим, да, другого правительства, но те люди, которые за бюджет отвечали, они до сих пор. И та же госпожа Карауш, она была замминистра финансов по бюджету, и тот же Калмык, он отвечал за прогнозы, на основании которых бюджет формировался. Вот такова ответственность этих правительств. Они берут под ответственность то, что не могут сами потом и выполнить. По доходам значительно меньше, чем неисполнение по расходам. То есть они зажали расходы, зажали те средства, на которые должна жить страна, на которые она должна развиваться. Если не развиваться, то хотя бы не падать дальше вниз. Avem o situație gravă când cei de la putere își asumă responsabilități care nu le vor putea îndeplini pe parcurs. Atunci când nu sunt respectate anumite promisiuni, situația nu mai poate fi controlată și cel mai mult are de suferit poporul, a menționat Oleg Reidman. То, что они делают с публичными финансами, это чистая катастрофа. Люди совершенно не умеют ни прогнозировать, ни накапливать, собирать, ни тратить. Кто же понес ответственность? Я знаю, что в прошлые времена неисполнение бюджета каралось очень строго. Ответственные лица несли дисциплинарную ответственность, лишались должностей и так далее. А мы видим, что все те люди, которые не решили вопросы с бюджетом, не зная по какой причине, по причине безответственности, по причине низкой квалификации, по любой другой причине, остаются совершенно безнаказанными. Рапортул ва фи публикат интеграл ин мониторул официал ал Републики Молдова.